Нифига себе, ты из чего стреляешь? Ей, всем привет, дорогие друзья, с вами Димас Крошка, Крошка Серега, Тимофей, простой человек, Радекс, Васаби Скромник, Рилле, пацаны, поздоровайтесь. Всем приветики, омлетики. Сегодня пацаны должны сделать так, чтобы я не мог сбежать с этого здания. Если я сбегу и добегу до определенной точки, пацаны проиграют. Если пятику, что приятного аппетита, а у нас сегодня побег с войной. Погнали. Побежали потихонечку, не спеша. Сегодня у нас тактика вот такая вот, зайти под воду. Так, аккуратно, аккуратно. А с чего это он стрельнул такого жесткого? Артиллерия. Нифига себе, артиллерия. Ого, все, оно мощное такое? Да. Так, всех прямо аниматроников по очереди. И пушки поставили мы. Так, я ж смотрю. Так, отлично. Все сходится. Опа-па. Все пойдет. Отличненько. Сейчас, ребята, если добегу, я вам покажу эту точку на карте. Я не вижу Димаса. Все отлично, я за броневиком ныкаюсь. Отлично все. Пойдет, аниматроники пока не сбегают. Мне нравится эта серия, прикольно. Потому что у меня как бы всего 1000 жизней. Кстати, у всех 1000 жизней в этом паке. А не 10 тысяч, 10. Что перепутал. У меня осталось 7700. Да хорош! Что это такое? Так, отлично. Отличненько. А, кстати, я попал нечаянно. Попробую пробегаться таки по полю. Блин, такая карта офигенная. Мне нравится она. Очень круто сделана. Кстати, этот не может убивать. Вообще эти пилпаки дамажат. Неплохо так. Молодец, блин, там артиллерию кто-то поставил. Прям это, я к ним стрелял. Ого, что со мной? Нифига себе, что-то там поломался чуть-чуть. Да ты задрал, Серега, что ты за... Ребята, ну ролик заслуживает точно лайка, ну. Дайте выйти, я же даже не могу выйти. А где там Серега, с чего стреляет? Че, Серег, не дадим Димасу выйти? Эй, так сегодня вы меня будете мочить, что ли? Ого! Надо валить, они меня уничтожат. Отлично, отлично, мне это на руку. Так, я увидел новый путь. Разочек. Ай! Ай-яй-яй-яй-яй! Просто человек. Так, отлично. Придерживаемся. Где он? Вон он. Ух ты, вы видели что? Отлично, ребята. Нормально. Ничего, бежим. Надеюсь, они ко мне сюда не успеют прибежать. Разворачивайте установку. Он нас обходит. Да не, бегу до точки. Та точка находится через всю карту, она пробегает. Там прям очень сложный путь, но я вам его покажу. Это что, тупик? Нет, не тупик, отлично. Сейчас я выйду аж, получается, перед тем входом, там, где мне как раз и нужно. А я там тебя уже караулю. Ах ты хитрый! Да-да. А ты знаешь, где я выйду? Да. Сережа! Серега уже пуля. Ты с этой пушки разве меня фигачил? Да. Нифига себе, она мощная. Отлично. Я вышел, конечно, пришлось пройти. Да вы что, издеваетесь надо мной? Хорош! Давайте возьмем себе вот этого челепиздрика. Луна побежал. It's time to sleep. Кстати, у нас же есть еще там пилпаки. Так что сейчас я возьму, короче, если мне тяжело прям будет пробежать, я возьму аниматроника, у которого прям побольше жизни. Ого, это что за... Да что ты задрал меня, а? Сиих! Ну что, последний. У нас аниматроник есть. Че аниматроник? А почему вы такие жесткие? Вот скажи, Сережечка. А мы просто на скиле. Так, смотри, у нас есть аниматроник. А теперь смотрите, 87 тысяч жизни. Давайте уже посмотрим, чем это закончится. Отлично. Почему? Что? А что за оружие?
А почему? Второй мировой войны, Дима. Да. А, миллион. Не возьму. Да ладно, да не может быть. Да вы что, издеваетесь? Нет, мы не... Это оружие пробивало эсминцы. Так что аниматроника спокойно пробьет. Вы невидимый? Да, я видел его здесь где-то. Ой, извиняюсь. Да нифига себе, вы меня хотите как убить. Ай-яй-яй-яй-яй-яй, даже попадает кто-то. Ух ты! Его, ребят. Ребята, это жесткая война, мне настолько нравится, это круто. А ты должен умереть. Говорит, ты должен умереть, а он не умирает. Так, раз он хорошо. Не по-честному играет, то тогда вот так вот. А, давай, хорошо, можете брать мощные пулеметы. Я давай, согласен. Пулемет. Раз я невидимый, можете брать мощные пулеметы. Все по-честному. Так, ребята, показываю путь, который ведет меня к выигрышу. Ну все, делаюсь видимым. Я пошутил. Там, ребята. Ого. Строится, то у нас фасад без кроны. Умри. Так, хорошо, идемте дальше. Не будем отвлекаться на пацанов. Так, отлично. Это было жестко. Вам вообще, пацаны, так хотят меня убить, это прям нереально. Это классно. Вон он. Офинтеть. Сзади, где я? Харисмот вылетел, ну ё-моё. Перезапустили Гаррисмод. Продолжение следует. А мне кажется, может еще и аниматроник сыграл роль. Как дурачок крутится со спины бегает. И что ты мне сделаешь? Ничего. А, ты ему прикрываешь тыл? Хорошо. Да. Я запомнил твою текстуру на морде. Блин, почему так анимацию сделали ходьбы? Это очень странно. Да что вы, психи. Мощно. Но это было мимо. Так, пробегаем. Отличненько. Все хорошо, бежим. Давай, беги. Давай, я бегу. Я ты что думаешь, я не бегу? Думаю, нет. А чё? Споткнёшься? Нет, не споткнусь. А он возле меня тут бегает. А, да, так ты вот пулемёт уже поставил и целишься на меня? Ах ты, подлец. Ку-ку. Улю. Это жесть, у меня аж подлагивает. Сейчас опять может Гаррисмот вылететь, не? У меня есть шанс. Сейчас пацаны не используют пулеметы, а просто стараются так меня убить. Надеюсь, у них получится, да, пацаны? Ты видишь, сколько это урон винтовка наносит? Ну что ты стреляешь, если ты не умеешь, и тебя убью? Смотрите. Ой, это, кстати, хорошо дамажит. Пацаны, надо на расстоянии держаться. Нифига себе, ты с чего стреляешь? Дима, ты там еще... Да вы задрали! Че, пригвоздили меня, что ли? Привет, Дима. Так ты же говорил, что нельзя пулеметы использовать, Серега. Другие пулеметы. А, вы другие пулеметы используете, понял. Я вам, пацаны, не вздобровать. О, я знаю, у меня есть шанс. Плюштрапа, говнюка вот этого у него. А у меня 650 хп, это изи. Отойди! Ко мне, видимо, телепортировался, убить меня хочет. Да, Серега, откуда ты знаешь? Готовься. Я твои мысли читаю, ребят, готовься пригвождать и убить. Я на таком расстоянии не беру. Рядом с тремя пулеметами стоит. Слышь ты! Закрой рот свой! Ну этого я не ожидал. Ну ожидал. Отлично, ребята. Ну что, добегаем до точки, все-таки вам покажу ее.
Потому что говорим, будем подтыпехиваться. Дают шанс сюда, они так не смогут убить. Отлично, сразу сюда. Хоп. Сразу сюда, вот так вот. Вот эта точка. Я уже ушел. Вот, кстати, есть чек, где можно устроить битву на машинах, потом в какой-то серии поскидывать. Я его не вижу. Да, ты меня не увидишь. Я буду говорить, где. Так, я уже запутался, где я иду. Так. Максим, ты нас не дури. Так. Приближаемся. Пацаны, приближайся к этой точке. Я вызываю артиллерию. Давай, Сережечка, давай. Enemy squad. Так. Ну все, я в этом здании. Вот эта точка. Это через всю карту надо пройти. Но это я так сокращенно показал. На самом деле, вы сегодня, пацаны, победили. Говорю вам с уверенностью, вы сегодня играли очень хорошо. И поэтому вам не конкуренция я. Вы очень хорошо играли. Прям очень жестко. Эй, ты меня, Серега, что, хочешь сжечь? Это да, что, у нас морской бой бомбами перекидывание? Да. Ах, давай только эти слабыми бомбами, не мощными. Я напалм кину. Давай, я тоже, давай тогда только же напалмовый буду кидать. Где ты там? Подожди. Вот у этой башни стоит, у меня вот за башней, ты видишь? Да, я тебе скидываю напалмовые бомбочки небольшие. Это не напалм. А, это такие, ну короче, маленькие. Да успокойся, Серега. А какую войну? Я не хотел тебе мощные бомбы, я слабые. Это слабые бомбы. О, Серега, я тебя сжег. Ребята, это мясо, как всегда. Вот это вы психи. Че, успокоился? Да, сейчас успокоюсь. Ой, все воды попадали. Ого. О, нет. Серега, успокоился? Не успокоился? Серега, можно я беру бомбу? Не надо, мы с Серегой же нормально играем. Да, Серега! Нормально? Да ты же сказал, что ты нормальный человек. Я не нормальный. Ненормальному нельзя доверять. Если понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте пальцы, подписывайтесь на канал, вступайте в наш Дискорд. Всем отличного настроения, посмотрим, и еще.